Всех приветствую. Продолжаем путешествовать по скандинавским сагам. Сигрюн. В скандинавской мифологии верная жена бога огня Локи и мать его сыновей Нари и Нарви. Когда на перу богов у морского великана Эгира Локи оскорбил всех присутствующих, те решили наказать его. Локи заточили в пещеру и связали кишками его собственного сына Нари. Затем великанша Скади, жена Ньорда, прикрепила над головой бога-змею, источавшую жгучий яд. Так он должен был дождаться Рагнарёк, дня гибели богов. Несмотря на все злодеяния мужа, Сигун осталась верна ему и облегчала его страдания, собирая яд в чашу. Однако, когда чаша наполнялась, и она отлучалась, чтобы опорожнить ее, яд капал на лицо Локи, заставляя его содрогаться. Викинги видели в этом причину землетрясений. Вот такая скандинавская сага о Сигун. В скандинавской мифологии верная жена бога огня Локи и мать его сыновей Нари и Нарви. Пока-пока, до свидания.